Здравствуйте, дорогие друзья! Вот решил сегодня выставить три моих старых работ. Ну, старых относительно, месяца 4-5. Что называется, из раннего, из первых моих опытов по работе с кожей. И решил выставить, как я обещал, решил выставить работы, которые я делал для своей любимой жены. Первая работа – это обложка для паспорта. Вот. Все, которые работы я буду сегодня показывать, они также сделаны из кожи растительного дубления. Толщина здесь тоже около 1,5-миллиметровая. Вот. Это вот паспорт, обложка для паспорта, которую я делал именно в несколько этапов и, скажем так, ну, несколько методов. То есть вы, наверное, сразу видите, да, что работа раскрашена. Здесь применено тиснение. Не знаю, поближе видно, не будет, не видно. Ну, такое небольшое. Плюс выжигание. Работа также сделана, выжжена первым старым советским моим выжигателем. Это самая первая вообще работа, которую я выжигал на коже растительного дубления. Здесь, конечно, сразу видно огрехи мои. Я это, естественно, не скрываю. Ну, это так называемый первый опыт, скажем так. Паспорт немножко, на мой взгляд, получился толстый по толщине. То есть, если вот так вот брать, она где-то и получается 4-5 миллиметра. Где-то примерно, я не измерял. А представьте, сюда еще положить паспорт, так он вообще толстый. Но сделал я просто по просьбе жены, именно вот здесь вкладки, которые слева-справа. Она хотела именно с такой же кожи сделать. А так я ее предупреждал, что паспорт получится очень толстый. Но она, тем не менее, настояла. Сказала, пусть будет толстый, зато хранить будет тоже хорошо, долго. Как я говорю, броня. Вот. Естественно, здесь на вкладках, и вы видите, тоже я не стал ее сильно раскрашивать. Сделано тиснение в виде таких вот узоров. Это я сам придумал. Узоры, они как похожи по стилю примерно. Растительный орнамент, скажем так. И, естественно, прошито желтой ниткой. Почему я сделал именно желтой ниткой? Специально, чтобы как-то для красоты. Но здесь, естественно, сразу видите, наверное, да, что прошито криво, потому что кожа толстая. Я пытался ее пробивать, но у меня не, ну, первого опыта было мало, поэтому как-то немножко кривовато получилось. Ну, я думаю, не столь страшно. Вот. Раскраска здесь сделана, вот самый красный цвет сделан. Это жене нравится красный цвет, сделана, ну, профессиональной краской раскрашена. А вот уже, ну, желтый красный цвет, а вот уже зеленый и коричневый раскрашены по совету моего друга и учителя Максима. Максиму большой привет, респект за подсказку. Сделано обыкновенным йодом. Йод и зеленка. То есть для тех, кто начинающий, если, например, вдруг у вас под рукой не окажется вот такого, таких вот цветов, то берите смело йод или зеленку и раскрашивайте. Она очень хорошо на спиртовой основе сделана, очень хорошо впитывается, очень быстро. И самое интересное, что она очень хорошо держит цвет. Я, естественно, потом все это лаком профессиональным залакировал, чтобы еще лучше было держало. И сделал вот такого, ну, понятно, ежика. Конечно, здесь видно, что огрехи. Кожа немножко, я там немножко пережег, так как первый опыт был по выжиганию. И где-то есть огрехи, конечно. Я это вижу, знаю. Но, тем не менее,
работа жене понравилась, она была очень довольна. По крайней мере, сказала, что это необычный такой, необычная обложка для паспорта. То есть, видите, вот тут объем сразу, если вот так под наклоном брать. Объем. Здесь я сделал ее инициалы, соответственно. Здесь у меня почему-то откуда образовалось пятно, не знаю, каким образом она. Ну, в принципе. Здесь тоже вот. Это она, можно будет потом почистить. Наверное, она где-то заморала, жена. Вот. Это вот самое первое изделие, скажем так. Второе изделие, которое я делал, это была ключница. Здесь я тоже сделал методом раскраски, теснения, как вы видите, объем тоже идет, и плюс выжигание. Ну и соединил тоже два разных рисунка, это роза и бабочку. Ну, посчитал, что так вроде более-менее красиво. Здесь я сделал чурон якутский с ее инициалами также, чтобы была именная ключница, ну и город Мирный. Здесь уже у нас оторвалось, оказывается, это надо будет потом и заклеить. И вот такие вот ключи. Здесь она тоже простая, без всяких подкладок, навес и, соответственно, заклепки. То есть очень простая, незамысловатая также. Вот. Но она и пользуется. Но вот здесь вот это оторвалось от чрезмерного использования. Ну, сделаем, поправим. Поправимо. И третье изделие, которое я хотел бы продемонстрировать, это также кошелек. Кошелек тоже незамысловатый, тоже простой. Здесь сделано два так называемых вклада. Это для карт, для денег. Соответственно, с этой стороны то же самое. Соответственно, делать, показывать, как это делается, не буду. Все это видят, все это кожевенники знают. Таких изделий масса в интернете. Здесь это я тоже самое по краю сделал такой орнамент, повторяющийся теснение. Здесь он есть также по краю. Нитка оранжевая. Ну и, соответственно, здесь основное это сделано. Это якутские цветы сардана. Вот, бабочка, инициалы ее. То есть очень простое изделие, тоже это все из раннего, из первых изделий, которые сделал. Здесь, конечно, тоже грехи есть, есть косяки, так называемые. Но жена активно пользуется, ей нравится. По крайней мере, говорит, необычно. Здесь тоже, видите, здесь видно так поближе, может быть, бабочки также теснение подобрал. Но уже не выжигание, а просто теснение. Вот. И, если видно, здесь орнамент по краю. С той и с другой стороны. Ну и здесь, соответственно, я тоже сделал бабочек по краю, если видно. То есть такие простые изделия. Не стал я ничего мудрить, не стал ничего. Ну и здесь, естественно, сделано по объему. Здесь также применена, покрашена зеленкой, здесь йод, а это уже профессиональной краской покрашено и вырежено, соответственно. Вот такие вот три изделия, которые я хотел бы вам сегодня показать. Тоже это все из раннего, из первых опытов, скажем так. Им уже месяца 4-5, как я сказал раньше. Ну, она активно пользуется этими изделиями. Ну, вроде не жалуется. Так что вот такие вот пирожки. Спасибо всем еще раз за внимание. И всем пока-пока.